Каждую неделю выходим и ждем, может быть, она пройдет, может быть, не обманет в этот раз, а? Ясно. На лыжах часто ездите? Нет, не умею. Я тоже летать не умею. Вот мы ходим, клиентуру собираем, им нужны люди. Какие? Здравствуйте, меня зовут Михаил Дерешев. В Саратове грандиозное событие. Заработал новый аэропорт. Ну, я не шучу, действительно, это событие для нашего города. Но клиентура будет, то есть пассажиры будут, а то авиакомпании говорят, там обслуживание слишком дорогое. Люди, вы вообще часто летаете на самолетах? Твой ответ – Саратов. Нет. Почему? Я не летаю вообще. Боитесь? Да не боюсь, не летаю просто. Не летаю по очень простой причине – не на что. И некуда. Ни разу не летал. Вообще ни разу, всю жизнь? Только в советское время. Нет. Почему? Не люблю. В отпуск только. В отпуск? Да. В разгодик тогда? Да. А вот сейчас аэропорт построили новый, слыхали? Ну а как же? Ну, будете клиентом, все, летать будете? Да, будем. Денежки водятся? Нет, не водятся, но будем. Нет. Почему? Нет. Аэропорт построили для кого новый? Не знаю. Да. Куда? Ну, в основном Москву. Да? Москву и так за границу иногда. Денежки водятся? Да. Ну, замечательно. Нет, я не летаю. Почему? Для вас сложилось. Не сложилось так? Теперь да. Должно сложиться. Аэропорт для вас построили новый. Гагарин Хорошо. Называется. В Сабуровке. Надо куда-нибудь полететь. Обязательно. Все, договорились? Хорошо. Так точно. Для вас построили новый аэропорт? Да, я очень рада. И говорят, что там теперь Москву будет вообще чуть ли не 500 рублей стоить билет без багажа. Что вы говорите? Там рейсы сокращают. Обслуживание очень дорогое. Да? Да. Но вы все равно, это не должно вас останавливать. Вы все равно должны летать. И для кого-то его построили? Ну да, я вообще как бы позитивно отношусь ко всем ситуациям, которые происходят в нашей стране и в жизни вообще. Нет, ну потому что, вы знаете, в отпуск редко, а по работе на самолете летать не приходится. Аэропорт для кого новый построили тогда? Не знаю. Для меня, что ли? Не знаю. Была бы возможность, наверное, летал бы. Ну на канатках поднималась, а на самолетах не летаю. Аэропорт для кого новый построили в Саратове? Для него, что ли? Для вас. Придется полететь. Нет. Нет? Ни разу не летала. Почему так не получилось? Ну, наш не надо было. Страшно или что? Ну, просто не летала. Просто не летала? Да. И не собираетесь? Нет, пока нет в ближайшее время. Аэропорт для вас новый построили, знаю, я сообщаю. Знаю. Им нужны клиенты. А-а-а. Вы одна из них. Спасибо. Раньше летала. Летала через месяц. Это были 90-е, когда я была в бизнесе, были денежки. Через месяц я вылетала за кордон. А сейчас я бы с удовольствием, конечно, улетела бы куда-нибудь. Но таких вот возможностей нет. Аэропорт новый для вас построили. Спасибо. Слыхали? Да. Бывали там уже? Нет. Когда собираетесь? Ну, не знаю. Я не знаю, куда он летает еще, этот аэропорт новый. В небо. В небо я пока не собираюсь. Аэропорт новый построили. Вот мы ходим, клиентуру собираем. Им нужны люди. Какие? Пассажиры нужны. Я поняла. Ну, я вы к ним подходите. Не отношусь. Вы Спасибо. Подходите. Ну, тогда просто съездите в новый аэропорт, походите там, как будто куда-то летите. Пока как бы нет такой возможности, нет времени. Вот. Работа, работа, работа. Выживание, выживание, выживание. Жизнь все лучше, все интереснее, веселее.